Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмакс, и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас школа, давно не было режима у нас прятки. Кэтмакс, поздоровайся. Всем привет. Пацаны прячутся, а я беру, кем искать. В следующей серии, когда уже будут у нас прятки, буду я первый прятаться. А меня будет искать. Но я буду очень жесткие карты находить, чтобы меня никто не мог найти. Так. Я даже не знаю, кого взять. Наверное, придется от первого лица их искать. Чпонькс. Марионетка. Наверное, очень быстро ходит. Во, и невидимым могу вставать. Вообще сильно. Так, давайте сделаем от первого лица. Так будет легче искать. Чпонькс. Так, все. Пока я записывал приветствие и все остальное, будем начинать. Так, кого нахожу, тот ищет со мной. Надеюсь, в один ролик войдет, как я кого-нибудь найду. Потому что карта реально очень большая. А я могу вставать невидимым, но я этого делать не буду. Так, 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 так. Бежим. На 1 сентября. Не успела 1 сентября, скоро уже будет осенние каникулы. Очень все быстро. Так, пацаны, все. Я напрягаюсь со всей силы, чтобы вас найти. У карта нереально большая. Хоть бы кого-нибудь найти. Может, надо было только в школе? Или и так нормально? Так. Тут есть еще здание. Я знаю, тут есть много зданий. Я погорячился, что на всей карте. Но пусть так и будет. Так. Хоть кого-нибудь найти. Может, вдвоем мы сразу быстрее будем искать. Х2. И так сойдет, точно. Так, наверное, в этой здании никого нету. Давайте будем в саму школу идти сразу. Наверное, тут все тусуются. Так, стекла бить не могу. Кого-то слышал. Кто-то тут точно есть в школе. Так. Может, точно надо было только... Не, школа очень маленькая, кстати. Не настолько большая, чтобы я долго прям искал. А я тут только что был. А, это уже другое здание. Так, мне кажется, я там кого-то видел. Буду невидимым, чтобы вы меня не видели. То я так вообще никого не найду. Страшно, вырубай. Не страшно. Так. Не зря здесь дверь открыта, значит, тут кто-то прячется. Или хотел прятаться. Значит, я уже ближе к цели. Пацаны, дайте подсказку, я вообще никого не найду так. Там хоть постреляйте. Здоровенная карта. Слышу, слышу. Да умри ты, собачачина. Фух, наконец-то. Пикачу теперь ищет со мной. Я так переживал, что никого не найду. Первый есть у нас клиент. Вдвоем мы быстрее найдем. Тем более он уже видел, кто куда бежал. Ну, это комедия директора, наверное. Эй! Эй, ты чё тут ходишь? Я его сейчас убью. Я его убью сейчас. Отлично. Я ж невидимый вас ищу. Потому что я вообще так никого никогда не поймаю. Так, двое есть. Еще всего надо найти нам троих. Пацаны, найдем, да? Так. Тут Макс вылетел. Бывает. Карта реально немножко даже FPS подъедает. Но ничего. На запись никак это не влияет. Пацаны, когда еще берут, тем более аниматроников, всегда какое-то подлагивание. Есть такое микро-микро. Так, пацаны, я вас нашел всех. В школе или не всех. Такс, такс, такс. Опа, кентуха моя летает. Так, где вы последний раз их видели? Идемте, наверное, в другое здание. Мы уже тут все обыскали, да? Ого, здоровенный. Так, тут я был. Здесь я был везде. Ладно, двери не закрывать. Тогда мы точно будем знать, что мы тут были. Такс, такс, такс. Здесь мы везде были. Школа здоровенная очень.
Так, я иду, пацаны, вниз. Будем внизу их сейчас шарить. Может, на улицу уже сразу идти? Короче, я на улице. Мне кажется, они где-то тут прячутся. Так, надо стать невидимым. Они меня так не запалят никогда. Так, чекаем кусты. Они могут в кустах сидеть. Ой, это кто? Ой, так это мой кентуха уже тут уходит, ищет. Я не слышу подсказку твою, не вижу. Постреляй. Не, наверное, далеко очень. Не слышу выстрелы. А ну еще. Что такое? Так, марионетка. Мне кажется, тут кто-то есть, сидит из них. Кто-то тут шкерится. Так, на картофанах. Это компьютерный зал у нас. 1000 компьютеров. Так, марионетка уже тут все разломала. Так, здесь. В столе. Это классная нычка в столе сидит, ныкаться. Да, наверное, чтобы ты здесь играть в прятки, надо на 128 человек ставить. Ты что, быстрая? А, я ж могу тпхаться. Так, где мы еще не были? Давай сюда пойдем. Такс. Во, спортзал, прикольно, кстати. Тут взрывы есть. Так, по-любому кто-то тут сидит. Так, так, так. Никого. О, я слышу, кто-то стреляет. Только где? А ну еще постреляй. Так, что-то не слышу. Я уже ушел, наверное. Так, кого-то убили. Так, 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 летим. Так, где он? Чего его не вижу? Может, он на лампочках сидит? Нету. А, я вижу, где ты сидишь. А куда ты собрался? Прикольно, я сидел, сидел и... Ты просто еще по цвету с потолком сливаешься. Короче, ребята, прикольно запрятался. Баскетболист будущий, сразу видно. Так, ребята, в конце, давно мы не делали, сделаем битву аниматроников. Каждый сам за себя, 6 человек. Так что берите аниматроника, только не из последнего пака, который убивает на расстоянии, а из таких, из стареньких. Чтобы надо было прям прицелиться и убить. А я пока месь... В принципе, я буду за марионетку, она очень быстрая. Так, ребята, давайте, делаем битву. На счет 3 будем начитать. На этом пятачке деремся. 1, 2, 3. Выиграет Димас, как всегда. Так, мочатся, мочатся. Постоим здесь со стороны, посмотрим, как они дерутся. Так, так, нормально, четвером. И никто друг друга убить не может. А чё так? Кто-то удалил ворота. Так, я вижу. А вот и я появился. Есть. Есть. Эй, умри. А я что, тебя убить не могу? У тебя сколько жизни, говно. Ты что, мы тут деремся? Блин, скромник меня убил. Короче, кто остался? Вот тут они кричат. Ого, на всю карту, что ли? Они дальше воюют и воюют. А, драться, да, хотите дальше? Хорошо. Давайте дальше драться тогда будем. Так, сейчас посмотрим, кто выиграет из нас. Пойдет, пацаны? Четко? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!